Я всех приветствую на своем канале. Меня зовут Валентина, и я вас приглашаю на свою дачу. У нас сегодня морозы до минус 6. Туман такой был. Вот сейчас, ну, к обеду может развеяться, будет солнышко, выглядывает. И сегодня у нас такая задача. У нас вот еще розы. Видите, какие они у меня огромные. Я их вот корневую систему черноземом прикрыла. А теперь же мне нужно их, вот видите, высотой около меня 3 метров, еще бутоны, вот на них, видите, висят. Вот нам сегодня задача такая, что нам нужно их укрывать, вот потому что уже морозы, а минус 6, и будет вот этот ствол, конечно, будет жесткий. Поэтому нам нужно сейчас, пока не наступили сильнейшие морозы, их пригибать. Их у меня 60 кустов по одной дорожке, и слева, справа 30 по 30. Чтобы мне эти такие кусты роз опустить, мне приходится вот подвязывать вот такие колеса. Постепенно нагибаю. Вот. Потом еще ниже, чтобы не сломать. Вот видите, под наклоном. Вот. Под наклоном такие, и потом 2 колеса, потом еще 3 сделаю, и они согнутся до земли. Вот так. Потом за следующий возьму кусты. Так, все кусты я вот так вот шинами, вот видите, приминаю, пока нет сильных морозов. Вот, пригибаются они, которые большие кусты. Вот они. Которые вот поменьше, они гнутся хорошо. Я их вот просто пришпиливаю шпилечкой такой. А потом буду накрывать лапником. Не спешите обрезать кусты роз. Я всегда обрезаю чайно-гибридные на высоту 30 см. Не обрезаю также молодые побеги, которые выросли до осени. Обрезаю их весной и даю толчок роста всем остальным почкам на нижней части там побега. Укрываю обязательно лапником на зиму. Подкармливаю розы, чтобы хорошо перезимовали, всеми микроэлементами, кроме азота, чтобы не спровоцировать рост листа. Кусты рост пригибаю постепенно к земле, как вы видели, чтобы не поломать веточки. Окучиваю розу только те, что выросли из черенков, то есть корни собственные. Вот и весь совет, что я могу вам предложить, как я делаю.